Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров может состояться в Сочи. Отдельное внимание президенты уделяют продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами-членами ЕАЭС, обсудив также ряд организационных вопросов с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета. Главы государств рассмотрели международную повестку дня. В частности, подробно были обсуждены российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи. Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.